Привет, интернет, с вами Илья, и это новый выпуск рубрики «Игровой Android Fresh». Сегодня будет не очень большой выпуск, но я все же надеюсь, что он вам понравится. Так что усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. И первая игра на сегодня — это без остановки головоломка. Это отличная 3D-головоломочка на время для наших Android-устройств. Мы играем за довольно милого робота, и нам нужно спасти нашего героя. Все дело в том, что уровни рушатся прямо у нас под ногами. Нам необходимо убегать от разрушения и при этом выбирать правильный маршрут. Поначалу уровни будут более-менее простыми, ну а далее уже сложность будет увеличиваться. Будут добавляться уровни с дверями, которые нужно будет открывать, а также локации с большим количеством препятствий. Вся проблема в том, что бежать нам нужно очень быстро, поэтому тут и хорошая реакция тоже не помешает. Кстати, также радует то, что каждый уровень имеет сразу несколько вариантов решений, это очень круто. Игра довольно масштабная, здесь очень много всего есть, разные главы, разные графические стили и еще многое другое. Игрушка понравится как детям, так и взрослым, так что обратите на нее внимание, доступна она бесплатно. Так, ладно, продолжаем тему головоломок, и следующая игра это Security Hall. Сразу скажу, что игра сейчас находится в бета-тесте, поэтому всех призываю в нем участвовать. Большой плюс в том, что вы можете получить на этапе тестирования уже полную версию игры бесплатно, так что оно того очень даже стоит. Сюжет игры заключается в том, чтобы помочь компьютерному вирусу пробиться сквозь дыры в безопасности и поразить максимальное количество систем. Для этого необходимо вращать фрагменты вируса таким образом, чтобы они свободно проходили в найденные бреши. Конечно же, это опять нужно делать максимально быстро, поэтому включаем внимательность, реакцию и, конечно же, аккуратность. С каждым пройденным уровнем структура вируса будет становиться все сложнее, а в конце определенных цепочек вас будут ждать боссы или бонусные уровни. Игра меня очень порадовала, классная головоломка, очень красивая, с хорошим звуком и, конечно же, геймплеем. Ссылочка будет в описании, так что уже можете участвовать в этом бета-тесте. Ну а следующий участник нашего обзора это Ancesta, классная казуалка для Android. Super Mega Quest представляет свою первую игру, которая включает в себя сразу несколько жанров. Это и раннер, и головоломка, которая заставит ваши глаза бегать по экрану, а мозг работать на полную катушку. В игре присутствует отличный авторский саундтрек, а графика выполнена в полюбившемся многим игрокам ретро-стиле. Очень такая получилась милая игрушка, так что рекомендую. Hungry Shark World – продолжение игры про акулу. Это новая часть замечательной серии самой популярной и скачиваемой игры в Google Play. Здесь голодная акула опять будет пытаться выжить, пожирая вокруг себя всех и все. Исследуйте океанские глубины в поисках свежей добычи или крадитесь по поверхности, застав врасплох птиц или самих отдыхающих. Ну и, конечно же, помним об опасности, которые повсюду нас будут подстерегать. Классная убивалка времени и доступна она бесплатно. Ну и последняя новинка на сегодня это Dubai Racing 2. Представляю вашему вниманию просто замечательную гоночную игру, в которую вам необходимо гонять по улицам Дубая. При этом здесь все так захватывающе, что меня она очень затянула. Создаем свой собственный мир, вращающийся вокруг нас и наших автомобилей. Владеем гаражом, автомобилями и членами экипажа. Объединяем усилия для самой захватывающей автомобильной битвы планеты. Давно на самом деле достойных гонок на Android я не встречал, и вот наконец-то отличный проект. Стоимость игры составляет 197 рублей. Ну и теперь переходим к новостям, но все дело в том, что новостей пока что особо нет, и я только одну подметил более-менее интересную. В начале этого месяца Drinkbox выпустили новый трейлер приключенческого свайп-файтинга Severed. Правда, все это время игра разрабатывалась именно для PlayStation Vita, и о других платформах, включая мобильные, канадцы предпочитают отмалчиваться. При этом они не говорят ни да, ни нет, хотя на момент анонса были упоминания о мобильных платформах. Игра визуально напоминает Fruit Ninja и выглядит, на мой взгляд, очень бодро. Поэтому я все-таки надеюсь, что на полках магазина Google Play игрушка появится. Ну что ж, а на этом я на сегодня заканчиваю. Ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Также вступайте в сообщество ВКонтакте, то есть Android. А у микрофона был Илья, всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока.